мы сегодня проснулись от громкого хлопка, где-то примерно в 2:40-2:38. Подошли к окну, увидели летящие стекла, рамы, камни летели. Спустились вниз, обнаружили, что повреждения на машинах увидели, предварительно сказали, что это беспилотник. Да? Ну вот как-то так, и с этого времени мы еще пока находимся на улице. Составляем протоколы, опись повреждений и так далее. Да нет, я считаю безопасно, я не считаю, что это будет постоянно такие прилеты. Ну, живем в такое время, я считаю, ничего страшного.